Площадь благоустройства на аллее Рандеву, такое название получила общественная территория у филиала Свердловского медицинского колледжа, относительно невелика. Вместо пустой чаши неработающего фонтана, разбитых тротуарных плит, должны появиться пешеходные дорожки, подиум для проведения различных мероприятий, планируется установить скамейки, фонари освещения. Сегодня глава города Владислав Пинаев встретился здесь со студентами и руководителями учебного заведения, чтобы услышать их замечания и пожелания. У нас всегда спрашивают. Как что хотим, как хотим. Мы ожидаем, что это будет очень современное, красивое место отдыха, которое мы можем использовать для работы с молодежью, проведения мероприятий, тех, которые планируются филиалом, и участия в городских мероприятиях. Значительно более масштабная работа разворачивается у Дворца культуры «Юбилейный». Новую жизнь приобретает находящийся за ним сквер. Будут построены спортивные зоны и игровые площадки для детей различного возраста. Созданы условия для проведения времени жителями. На месте выиска Никольской церкви, усыпальницы династии Демидовых, воздвигнут часовню. Особое внимание – озеленению. Заменят покрытие и на площади перед дворцом. Проект благоустройства также активно обсуждается со старшими по домам. Приглашаю всегда на встречи, чтобы люди высказали свое мнение, желание, то есть какие-то свои потребности, которые можно исправить в рамках проекта, реализовать. С моей точки зрения, очень важно не находиться по разные стороны друг от друга. Необходимо вовлекать всех жителей в данные процессы, чтобы они активно в них участвовали, чтобы они были сопричастны к тем делам, которые сегодня реализуются. Глава города подчеркивает, реализация национальных проектов, в частности по созданию комфортной городской среды, целый комплекс мероприятий, благодаря которым Нижний Тагил преображается. Уже сегодня стоит проголосовать за проект благоустройства Ленинградского проспекта, планирующегося в 2022 году. Для этого нужно посетить сайт 66.городсреда.ру и выбрать один из двух дизайн-проектов.